Каждый год на Пасху происходит чудо. Благодатный огонь или святой свет сходит на гроб Господень в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Ранним утром 21 апреля авиарейсом из Москвы благодатный огонь был доставлен в Кемерово. Святыня прибыла и в Кузбасс. Встретив в Кемеровском аэропорту делегацию с благодатным огнем, его доставили в Знаменский кафедральный собор, откуда лампады с частичками Великой Святыни, духовенство и прихожане храмов Кузбасской митрополии смогут развести по своим приходам и домам. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Господня на тебе. Пользуясь сегодня услугами нашего прогресса, стал возможным огонь доставить в кратчайшие сроки на самолетом, в частности, у нас в Кузбасс и другие регионы. Это благодать Божия, чудо Божие, как крещенская вода, которая снисходит с неба. Есть такое, конечно, уверенность у людей, что если не зайдет огонь, значит, уже милость Божия окончена наше существование нашей земли. Поэтому все ждут выражение этого огня, говорит о том, что Господь даст время жизни на нашей земле. Это чудо Божие, которое снисходит с неба. И мы сегодня соприкоснулись с частицей мирового значения всего мира, планетарного масштаба. Он сейчас здесь у нас на Кузбассе, благодатный огонь с гроба Господня. Первым свидетелем схождения благодатного огня был апостол Петр. Узнав о воскресении Спасителя, он поспешил к гробнице и увидел там, где прежде лежало тело, удивительный свет. 2000 лет этот свет каждый год нисходит на гробе Господнем благодатным огнем и подтверждает обещание воскресшего Христа: «Я есть с вами во все дни до скончания века».